Если спросить у влюбленного, в чем смысл жизни, он без сомнения ответит: конечно, в любви. Так считает и израильский композитор Анна Виттенбек. Она является членом Союза композиторов Израиля, руководителем проекта «Единый мир». В рамках этого проекта организуется вокальный онлайн-конкурс, где будут звучать авторские произведения Анны и Константина, а также многих других авторов. В сегодняшней концертной программе мы представляем песню Анны Виттенбек «Старомодный француз». А я опять пришел сегодня рано и занял столик, чтоб был виден зал. Вы не одна за стойкой ресторана. Да это вы, мадам, я вас узнал. Да, это вы, мадам, я вас узнал. Я о любви неслышно прокричу и не услышать вам душевный стон. О боже, сделай так, как я хочу. Да это вы, мадам, я в вас влюблен. Да это вы, мадам, я в вас влюблен. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Я понять не хочу, je refuse. Я поспорю с судьбой о тебе, старомодный влюбленный француз. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Я понять не хочу, je refuse. Я однажды вас видел во сне. C'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Моя загадка, нежность, обаяние, моя печаль и тайна — это вы. Я бы помчался с вами на свидание, но вы с другим, мадам, увы, увы. Но вы с другим, мадам, увы. Я о любви неслышно прокричу и не услышать вам душевный стон. О боже, сделай так, как я хочу. Да это вы, мадам, я в вас влюблен. Да это вы, мадам, я в вас влюблен. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Я понять не хочу, je refuse. Я поспорю с судьбой о тебе, старомодный влюбленный француз. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Я понять не хочу, je refuse. Я однажды вас видел во сне. C'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Влюбленный француз. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Я понять не хочу, je refuse. Я однажды вас видел во сне. C'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste.